Всем привет! Продолжаем наши маленькие прогулки по Петербургу. Доходный дом Львова, типография Малых. 10-я линия, дом 43. Архитектор Крюгер, год постройки 1876-1877. Данные беру с сайта City Walls. Доходный дом купца Львова, типография Малых. 1876-1877, архитектор Крюгер Эдуард Федорович. Кстати, в доме на 5-м этаже находилась мастерская художника Куинджи. Вот что пишут: участки 39, 41, 43 с начала 18 века по 1870 годы составляли одно владение. Его приобрел купец Львов, примерно равные участки, где в 1876-1877 годах по его заказу архитектор Крюгер построил 3 5-этажных доходных дома. Студенты, представлявшие здесь довольно значительный контингент съемщиков, дали его название «Львовские дома», которая долго сохранилась на Васильевском острове. Среди них был студент учительского института, впоследствии известный геолог, академик Губкин. Его именем назван город Белгородской области. В 1891 году хозяином дома стал знаменитый живописец Куинджи. Он мечтал о художественной мастерской на каком-нибудь высоком здании, чтобы оттуда открывалась панорама города. Ему понравился дом 43, и на его крыше он соорудил мастерскую. Там он любил кормить птиц, слетавших к нему с выстрелом полуденной пушки. В эти годы художник продолжал преподавать в Академии художеств. Он купил остальные дома, но в 1897 году продал все и переехал на биржевую линию. Вот так вкратце написано на сайте. Ну что тут еще? В этом доме жили скульптор Бах 1896-1897, 1913-1915 художник Билибин, а 1891-1896 художник Куинджи, как я говорил. В 1906-1907 книга-издательница Малых, 1880-1896 архитектор Фрейнберг. Вот так вкратце по этому дому, дому номер 43 по 10-й линии Васильевского острова. Пользуйтесь данными сайта City Walls. Пока-пока, до свидания.